Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня мы проводим ставшими уже традиционными итоги недели с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Сергей, начинайте. Добрый день, Виктор Михайлович, добрый день всем нашим зрителям. Мы, как обычно, с вами по стандартно записываем нашу передачу в субботу вечером, накануне ее выхода в эфир. И у нас очень напряженная неделя. У нас вообще, я думаю, что в последнее время не напряженных недель не бывает, наверное, да? Да. И, ну что, давайте начнем, наверное, с Каховки. Самая такая серьезная проблема, самая серьезная катастрофа, которая произошла, которая, с моей точки зрения, вообще переворачивает, возможно, даже весь ход войны. Да, трагические, трагические события, действительно, катастрофа. Катастрофа в полном смысле этого слова. Последствия еще предстоит, предстоит понять, что, какие последствия этой катастрофы, основные последствия в ближайшем будущем. Пока есть только оценки, пока есть только суждения. И есть, конечно, не просто суждения, есть и квалифицированный анализ ситуации, что будет происходить. Но надо понимать, что, конечно, то, что произошло, это не просто катастрофа, это действительно трагедия. Трагедия для миллионов людей, которая еще будет, последствия будут отображаться еще долгое-долгое время. Надо понимать, что, конечно, будет достаточно серьезный удар по сельскохозяйственным регионам юга Украины. Потому что орошение, конечно, будет нарушено, и, соответственно, в ближайшее время там плодородные земли. Мы знаем, что там херсонские помидоры, арбузы, помимо этого, конечно, и пшеницы поля засевают, и в Запорожской области, и в Херсоне, и орошалось все водой, которая, конечно, бралась из каналов Каховского водохранилища. Но это самое малое, что, на что отразится. Надо понимать, что это убийственно, конечно, и для Крыма акция. Мы примерно видим, и уже сегодня, уже на сегодняшний день представляем, что Крымский канал перестает запитываться водой. Да, несмотря на то, что крымские власти российская власть утверждает, что ничего страшного нет, что воды хватит там то ли на 500 дней, то ли на 600 дней. Мыслить и смотреть на 500 дней всего-навсего вперед, это, конечно, даже не стратегия. Это не стратегия, не тактика, это вообще черти что. Объяснить, поживите 500 дней, а через 500 дней охренеете, или как? Ну, как эта новость должны воспринимать крымчане? Как эта новость должны воспринимать те люди, которые связывают свою жизнь с Крымом, связывают свою жизнь с этим регионом? Не просто там, да, многие, понятно, что очень многие приехали после 2014 года, им плевать, развернулись и уехали, ничего особо там не держат. Ну, а те люди, которые жили всю жизнь в Крыму, те люди, которые там старики, да, которые прожили там, 60-70 лет, и деваться в принципе некуда. Через полтора года закончится вода, через два года. Нормально, по крайней мере, в тех количествах, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность. Надеяться на что? На чудо или на воду из Кубани по соломенной трубочке, которую Путин собирается провести, или как? Загадка, конечно, просто загадка. А, кстати, вот вопрос у меня технически чистый. Как Крым жил 8 лет под российской оккупацией после аннексии? Жил шатко-валко, аккуратненько жили. Воды откровенно, год от года. Некоторые года просто откровенно везло, когда были дожди и когда было все в порядке. В принципе, основной смысл Крымского канала – это орошение полей на севере Крыма. Основная, да, это в основном сельскохозяйственная. Но надо понимать, что собственно воды в Крыму нет, практически. Какие-то там ветки пытались провести с материковой России по доставке воды, но это все так не полностью не перекрывает, даже в планах не перекрывает полностью
потребности крымчан. Когда как? Когда и воду отключали, экономили. Но проблемы все накапливались, накапливались и накапливались. Все эти 8 лет, что да, после захвата Крыма, проблемы с водой только накапливались. Понятно, что трагедии такой и катастрофы удавалось избежать, но тем не менее. Сейчас надо понимать, что помимо тех проблем, которые были до начала войны с водоснабжением в Крыму, прибавится еще, прибавится в том числе, потому что введены санкции. Введены санкции, и огромное количество тех товаров, которые использовались, и материалов, и которые тоже попали под санкции, и в компрессоры, и оборудование, которое могли бы закупить для перекачки воды, там достаточно серьезное оборудование и турбины специальные. Сейчас это под санкциями. Закупить теоретически можно, но стоит все космических денег. Тем же самым серым импортом ввести будет стоить. Вода, это будет вода, которую могут поставлять Крым сейчас с территории России. Она будет просто золотая. А через Керченский мост можно что-то пустить? Да, есть возможности, но возможности, еще раз повторяю, возможности ограничены, и покрыть полностью все нужды крымчан этой водой, ну, даже в перспективе 10 лет невозможно. Просто невозможно. Ваши версии, кто взорвал? Нет, взорвали, конечно, российские военные. Единственное, что мы уже писали у нас в телеграм-канале, и я считаю, что это говорит именно о том, что российская власть, Путин перестает контролировать систему. Была эта спецоперация была проведена без ведома, без отмашки, по крайней мере, президента России Владимира Путина, и без его. Он обо всем узнал постфактум. Взорвали российские военные, якобы тот генерал, который дал распоряжение началу этой спецоперации, был якобы проконсультировался с, по крайней мере, поставил в известность Суровикина и Герасимова. Те говорят, что их никто в известность не ставил. Все, в общем, показывают друг на друга разброд и шатание. Но, тем не менее, Путин был поставлен в известность только через определенное время после того, как вообще это все свершилось. То есть, получается, Путин не виноват? Путин виноват вдвойне, Сергей. Как же не виноват, если человек руководит, к примеру, предприятием, и у него на предприятии что-то случается. Это же не значит, что случилось обязательно по его приказу. Но кто виноват? Конечно, глава предприятия. Конечно, Путин виноват. Путин виноват не просто виноват. Путин виноват в том, что начал войну. Путин виноват в том, что он взял на себя, хочет он этого или не хочет, обязательства контролировать те или иные территории. Он взял на себя обязательство контролировать свои войска, он верховный главнокомандующий. Если верховного главнокомандующего считают генерал, что не обязательно ставить, ну или руководство военное, не обязательно ставить в известность, когда что-то делают, это абсолютно не снимает вины с верховного главнокомандующего. Более того, то, что у него в армии и то, что у него в системе происходит разброд и шатание, это, конечно, его вина. Он не может наладить нормально процессы, он не может нормально взять ситуацию в свои руки, он не контролирует ситуацию. Это самое страшное для него, что может быть. Окей, да, это я с вами согласен, что Путин вообще, это уже много экспертов, которые говорили, я об этом говорил уже несколько месяцев, с декабря прошлого года, что Путин не является президентом Российской Федерации, а является только номинативным. Но вот, вы знаете, по этой версии я с вами поспорю. У меня в руках документ, который называется «Постановление правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 года, номер 873», подписанное, соответственно, Мишустиным. И в этом постановлении, которое было принято за неделю до этого взрыва, об особенностях применения на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности, опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Оценили? Да, Сергей. Оценили это... название? Оценили название? А теперь, да, я вам... конечно. А теперь, да, я вам конечно. Содержание расскажу кратенькое. Да. На территории всех захваченных Российской Федерацией республик отменяются все меры безопасности по опасным предприятиям и по гидротехническим сооружениям. Раз, первое, самое главное. Ну, это можно развернуть там на 5 страницах, этот документ. А самым главным, последним пунктом написано, я вам его процитирую, 10-й пункт. До 1 января 2028 года техническое расследование
аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится. Это подписано Мишустином 30 мая 2023 года, за неделю до этого теракта. Я утверждаю, что господин Путин и господин Мишустин готовили этот теракт, и Путин прекрасно знал об этом теракте, и он отдал лично приказ об этом теракте. Сергей, я с вами согласен в том плане, что Путин не просто знал и, конечно, готовил. Мы об этом говорили, я писал об этом в телеграм-канале. Спецоперация готовилась с распоряжения президента России Владимира Путина. Все готовилось. Единственное, что это произошло без его отмашки. Это действительно готовилось. Все действительно было... готовилось не один месяц. Сергей, мы с вами прекрасно знаем... Да, это мы знаем, что это с прошлого года, с октября и с ноября месяца. Она была заминирована. И готовились... Да. Конечно, к контрнаступлению готовились. Этот документ был подготовлен к контрнаступлению и были готовы к разного рода, в том числе к аварии на Запорожской АЭС, угу, подобным образом. Да, мы, кстати, об этом поговорим попозже, потому обсудим. Кстати, конечно, Сергей, можно... Я даже с вами не спорю, я вам более того, я все подтверждаю, за исключением того, что разброд и шатание в системе Владимира Путина, uh-huh, это гораздо хуже, чем приказ Владимира Путина прямой, отданный им, взорвать эту Каховскую ГЭС. Взорвали россияне, я имею в виду российские военные, взорвал, виноват Путин. Нет никаких сомнений. Готовились взрывать. Конечно, спецоперация готовилась по распоряжению Путина. По распоряжению. Я полностью все с вами согласен до единого момента. У Путина все валится из рук. Все валится из рук. Все летит. Все его распоряжения, которые он дает, он не принимает в конечном итоге решения. Не принимает. И когда люди смотрят, что он не принимает решения, некоторые начинают брать ситуацию в свои руки. Это самое худшее для Путина, что может происходить. Но когда вот кто-то забирает у него власть. Этот документ, он все-таки показывает еще какую вещь. Что да, я с вами согласен, у Путина практически нет никакой власти, кроме награждения каких-то идиотов какими-то петюльками в Кремле и по подписывания каких-то там поздравлений бедным несчастным детям, что выглядит вообще просто абсолютно идиотски, да. Но вот Мишустин, он же ведь обеспечивает правовую, извините за тавтологию, правовое прикрытие всех мероприятий. То есть принимаются документы, которые позволяют правовой области снимать ответственность всех тех, кто это дело производит. И вот давайте мы дальше с вами продолжим. Вот это постановление открывает путь для подобных катастроф на всех опасных объектах, на всех захваченных территориях, включая Запорожскую АЭС. Да, все правильно, Сергей, все правильно. Более того, я вам скажу, что, опять-таки, Мишустину что прикажут, он и организует. Вот что ему скажут сделать, то какой документ подготовить, какой документ подписать, все организует, все подпишет. Мишустин и он хороший исполнитель, кстати, надо вам сказать. Да, я с вами согласен на 250%. Отличный исполнитель, великолепный, но ноль без палочки. Абсолютная инициатива от него никакой не исходит, никакой, ровно ноль. Стопроцентное исполнение на высшем уровне, согласен, дотошный, налоговик, причем такой дотошный налоговик и человек цифры. Он если системный человек. Системный, да. Когда он чем-то системный. Занимается, он занимается системным, да. Абсолютно системный, но инициативы ноль, сам по себе ноль абсолютный. Ну и слава богу. Да? Представляете, да, если бы еще у этого премьер-министра была инициатива, что бы тогда было? Да, согласен с вами. И в этом плане ноль абсолютный. Ничего, никакой роли не играет. Не поддерживаем ни единой элитной группой, ни единой силовики. Вообще брезгуют с ним общаться, брезгуют с ним находиться на одних совещаниях, если не участвует президент. Соревнуются, кто будет участвовать, кто не будет. Наоборот, чтобы только не участвовать, отлынить от такого совещания. И так далее. То есть вы считаете, что Мишустин это не сменщик Путина? Нет, по Конституции сменщик. На 100 дней, да, подержать свечку и потом передать ее кому следующему товарищу. У него нет поддержки ни в обществе, ни в элитах, нигде. У него нет поддержки вообще. Заручиться этой поддержкой ему надо в ближайшие 2-3 месяца. Это нереально, просто нереально. Ему не дадут, наверное, да?
Нет, ему, во-первых, не дадут абсолютно, во-вторых, он, не имея никакого политического капитала, ничего в сущности за душой, того, чем должен обладать, да, будущий президент, скажем так, ну, или, по крайней мере, человек, в чьи руки может перейти власть, ну, как вы правильно говорите, там, на совсем короткий срок, там, на 3 месяца чуть больше или чуть меньше. Если это произойдет по Конституции, я уверен, что практически сразу же будет предпринята попытка силовым блоком к государственному перевороту. Ну, для этого, кстати, могут использовать двойника, да, который выйдет, конечно, и скажет, что я передаю вот по Конституции премьер-министра, ну а я вот президент Путин передаю ее Патрушеву, например, да? Да, нет, ну, совсем намного проще, Сергей. Он скажет, я снимаю этого премьер-министра, назначаю Дмитрия Патрушева. Да, извините, конечно. Извините, не подумал, что можно это еще проще сделать. Конечно. Зачем его сохранять? Ну, заканчивая историю с Каховкой, мы должны еще сказать вот какую вещь, что... Посмотрите, значит, география в Украине такова, что левый берег ниже всегда правого на всех реках, которые текут с севера на юг. И таким образом затопление на правом украинском берегу, это примерно там 3500 домов, а на левом российском условно берегу или захваченном Россией берегу, или остающимся под контролем России, было 17500 домов. То есть они показали этому населению, которое там ходило на какие-то референдумы, которое получало российский паспорта, что на самом деле их не ставят ни во что. Да, Сергей, ну мы же с вами примерно представляем, что это за референдум. Это не референдум, это профанация. Конечно, ни во что не ставят. То, что Путин насилует Конституцию России уже который год, просто насилует. Насилует во всех смыслах, и даже в том самом традиционном и нетрадиционном. Просто насилует ее. И насилует любое, не просто свободомыслие, а любое просто маломальски разумное понимание и восприятие реальности. Да даже соблюдение Конституции насилует. Да плевать ему на Конституцию. И он в эту Конституцию, на которую наплевал и изнасиловал, он туда включает оккупированные территории. Ага. Не спрашивая ни людей на этих территориях, ни россиян, нужна ли России эти территории. Ведь не было же даже референдума, хотя бы, хоть уже соблюдая какие-то там разумные рамки, но проведи ты этот референдум в России, если ты уже так считаешь, да? Проведи, нужны нам эти территории или не нужны? Ага. Ты же не спросил россиян, нужны эти территории или нет? А может быть, возможно, 99% россиян придут и скажут, что им просто не нужны эти территории. Какого ты хрена туда лезешь? Конечно. Что на самом деле так многие и чувствуют, да, потому что сейчас, когда деньги, допустим, вкладывают в восстановление быстрое и ускоренное Мариуполя, значит, этих денег не хватает каким-то другим российским городам. Конечно. Мариуполь, который сначала утюжили бомбардировками, стирая с лица земли, просто стирая с лица земли, теперь на этой мертвой территории строят неизвестно для кого дома, строят неизвестно для кого эти сооружения, вбухивают сумасшедшие деньги, строят... Распил огромный, миллиарды зарабатывают. Конечно, распил. При том, что денег в бюджете не хватает, посмотрите, какие дыры в бюджете, какой дефицит бюджета, который увеличивается. Говорят, что уменьшается, врут. Врут нагло. Уже сколько? Уже 3,5 триллиона, по-моему, да, за этот год. Только за этот кошмарный, год. Да? Кошмарный. Накопленный с июля месяца 8 триллионов уже. И все будет только усугубляться. Там спрашивают регулярно у меня, что такое, почему ведь те же фонд национального благосостояния. Фонд есть, я уже говорил, Набиуллина говорила прямым текстом, Путину. Фонд национального благосостояния — это печатный станок. Там нет никаких активов. Там те активы, которые там есть, там Сбербанк, например. Вот представьте, вот как его реализовать, этот актив. Это взять резко все эти акции, которые сейчас находятся в руках ФНБ, и выкинуть их на рынок. Что произойдет с этими акциями? Конечно, рынок рухнет. Конечно, эти акции опустятся в цене. Резко их продать невозможно за те деньги, которые есть. Поэтому их не продают. Эти деньги просто печатают. Есть печатный станок. Вот это и есть ФНБ. Просто для того, чтобы люди понимали простым языком.
все это чушь, когда там говорят, там триллионы рублей в одних активах, триллионы в других, нет там никаких активов, которые можно реализовать быстро и эффективно, их там просто нет, их там нет, это невозможно сделать, любой экономист вам, человек, который занимается финансами, вам об этом скажет, нет этих денег, просто нет, есть печатный станок печатает, ну и делают вид, что какие-то средства ФНБ реализуют, все это чушь, нет, будет это отображаться на инфляции, будет это отображаться на уровне жизни, будет отображаться на очень многих процессах жизни россиян, на очень-очень многих. Все только начинается. Если думаешь, что фух, пронесло, благодаря там экономическому блоку, не экономическому, благодаря там каким-то чудесам, Господу Богу или кому-то еще, все это ерунда, не пронесло. Произошла задержка. Задержка произошла, наступает осень, наступают основные проблемы, начинаются, которые были запланированы, в том числе и при том, когда вводили санкции и так далее, и так далее, и так далее. Все только начинается. Завершая разговор про подрыв Каховской дамбы, два аспекта еще хотел с вами обсудить. Это, во-первых, действия международных организаций, ООН, Красный Крест и тому подобные, раз. И второе, то, что подобного вида оружия еще в 1977 году был включен в первый протокол, который дополнительный протокол к Женевским конвенциям. Этот взрыв на самом деле по международному праву должен был приравниваться к использованию оружия массового уничтожения. То есть Путин таким образом на самом деле нажал уже на ядерную кнопку. Ну, в сущности, да. В сущности, да. Потому что те последствия, которые от этого произошли, это соответствует тому, если бы там взорвали бы, там, допустим, 5 килотонн. Сергей, ну, что мы можем обсуждать ООН, где ваш однокурсник, да, или однокашник? Однокурсник, да. Однокурсник Небензя рассказывает про боевых комаров. Рассказывает в ООН про боевых комаров, и все сидят, слушают, что-то там записывают. И где в апреле месяце он председательствует целый месяц в Совете Безопасности, да? Ну, о чем мы можем говорить? О чем мы можем говорить? Какой ООН? ООН – это организация, которая абсолютно ни на что не способна. Единственное, что решает ООН, это действительно правда, в какой-то мере, не полноценно, но все же в какой-то мере решает это гуманитарные вопросы. Все остальные вопросы ООН не решает. ООН абсолютно аморфная организация, что касается решения других вопросов. Мы видим это и по голосованию, мы видим и по совбезу, мы видим по очень многим вещам, что ООН превратился в сущности в Лигу наций. Все это полное. Да, но здесь у нас с вами согласие стопроцентное, в принципе, я то же самое, просто как ведущий передачи я должен был задать вам этот вопрос. Хотя ответ на него знаю. Да, да, да. Ну, поэтому Чуркин был покойный, замечательный парень. Кстати, стоит напомнить, что дочка Чуркина была замужем за Поповым, который сейчас замужем за Скобеевой. Ну, я специально сказал замужем, потому что он действительно замужем за Скобеевой. Это тот самый пропагандист. И все это кодло, все это кубло насилуют Россию уже очень-очень много лет. Еще раз повторяю, начиная там, даже не начиная, а Чуркин это уже был такой полноценный кадр, такой трэшевый. Ну, Небензя перенял эту эстафету и ведет примерно тот же идиотизм выносит в ООН и в сумбур, в головы мирового сообщества. Да, увы, ничего здесь даже добавить не смогу. В общем, согласен на 150%. Встреча Лукашенко и Путина в Сочи. Во-первых, да. Как это Путин решился поехать в Сочи? Да, нет никакого Путина в Сочи, не занимайтесь. Виктор Михайлович, вы же понимаете, я вам задаю вопросы для того, чтобы вы на него отвечали. Я на них тоже ответы знаю, но я вам задаю вопросы. Я поэтому отвечаю нашим уважаемым зрителям и слушателям, что никакого Путина в Сочи нет. Путин в Сочи не летает с момента удара по Крымскому мосту. По Туапсе и по, что там еще, Адыгея? Да. Туапсе это вообще там 80 километров от Сочи.
Да, вы обратите внимание, пожалуйста, на то, как выступает двойник. Двойник практически всегда оговаривается, практически всегда. Это выступление было также с оговорками. Ну, вы представьте себе, чтобы Путин признал, что Россия воюет старыми никчемными вооружениями и воевать в сущности нечем. Ну, это, конечно, абсурд. Но вот а двойник может себе подобное позволить. Двойник вышел и на прессу рассказал, что Россия воюет старыми вооружениями в укор пропаганде. Это все правильно. Пропаганда рассказывает, какие новейшие и высокоточные. И вспомните, что говорит сам президент России Владимир Путин, как высокоточными ударами кромсают, значит, части Украины и попадают и во все, то есть куда надо попадать, туда и попадают, причем уничтожая все, и штабы, Вопрос на засыпку. Он да. знает, что 7 кинжалов украинцы сбили патриотами, или ему доложили, что все попало? Вы знаете, Путину доложили обе информации, то, что все 7 сбили, и то, что все 7 попали. Он выбирает тот вариант, который ему наибольше понравился. Как бы, ну, отрицать объективно он не может, но считает, что какая-то часть кинжалов долетела, какая-то часть кинжалов, вероятно, была сбита, потому что он все-таки принимает меры к тем людям, которые имели отношение к созданию кинжалов, которые уверяли его в том, что кинжалы это не такое. Такие ракеты, которые невозможно сбить, и так далее, и так далее. Надо понимать, что он все-таки имеет половинчатое мнение. Часть кинжала, вероятно, он считает, что сбили, часть, вероятно, долетела. Ну, то, что ему Министерство обороны докладывает, что все летит туда, куда надо, и уничтожат. Патриоты щелкают, как орешки, и все остальное, и ирисы, и патриоты, все уничтожают, все на раз. Ну, просто вот они такие ловкие и уничтожают моментально все и всем, а украинцы, конечно, врут в ответ. Ну, вот приходит там такой человек, к примеру, как Патрушев, и говорит, дает объективную информацию о том, что ни хрена никакие патриоты не разрушены, что все функционирует, что калибры никуда не долетают, что долетают там, где очень слабое ПВО в Украине. Но опять-таки, обратите внимание, в Киеве в последнее время сбивает 100%. 100% для того, что летит в Киев, все сбивается. Ну, по крайней мере, да, возможно, уничтожается на каких-то ближних подступах, и там, где обломки и остатки ракет падают, и получаются там или пожары, или действительно какие-то такие неприятные моменты, ну, неприятные, катастрофические моменты, скажем откровенно. Но опять-таки, это говорит о том, что ракеты не долетели до цели, и они были сбиты. Да, теперь вот, значит, такой же недолет произошел в Воронеже, да, в жилом В квартале. Воронеже, да, отклонился, видимо, средствами РЭП был заглушен сигнал беспилотного летательного аппарата, и он просто сбился, и да. Ну, да, ну фактически та же ситуация, да. Да, вы правы, Сергей. А это Путину доложили? Путину докладывают в сущности все. Это действительно правда, что он получает из разных источников. И еще раз повторяю, та информация, которая к нему приходит, она очень противоречива. Очень противоречива. Сказать, что Путин воспринимает полностью правдивую информацию от неправдивой, либо отмахивается, либо поддает как-то жесткой порке тех людей, которые ему врут, ну так нет, такого нету. Он слушает все стороны, слушает, что он там потом молчаливо себе берет в голову, какое мнение складывает. Сказать очень тяжело, потому что в основном в последнее время ни с кем ничего не делится. Я хотел обратить ваше внимание, Сергей, наших уважаемых зрителей и слушателей, обратить внимание на то, что в последнее время Путин не принимает абсолютно никаких решений. Никаких решений, от него требуются решения, от него требуют его окружение, от него требуют те люди, которые управляют страной, но я имею в виду, которые находятся в органах управления, в том числе и военные, в том числе и силовики, требуют от него каких-то решений, неважно каких, это касается очень многих сфер. Никаких решений, абсолютно никаких. Президент России за последнее время, как минимум последние несколько недель, а то и месяцев, не принимает вообще, вообще не принимает. Он не Да, участвует в я каких-то. подтверждаю ваши слова, и даже могу вам адвоката добавить. Гиркин сказал, что Путина, он сомневается, что вообще Путин есть. Да, ну, да, сомнения, я скажу, обоснованы, но пока, к сожалению, есть. Но абсолютно никаких решений не принимает. Абсолютно. Фактически на сегодняшний день он тормозит
очень сильно тормозит работу и правительства, и многих структур, многих госкорпораций, которые должны были бы, опираясь на эти решения, что-то делать, он тормозит, ничего не делает. И именно его торможение, именно его неуверенность в себе, именно его такая... ну, как это правильно сказать, менжуется, да? Менжуется, да, менжуется. Да, да, менжуется. Да. Вот. И именно его вот это свойство как бы подвергло, вероятно, людей в военном ведомстве совершить то, что совершили по поводу Каховской ГЭС. Но Путина... машина работает, и вот в этой машине тогда, давайте попробуем разобраться на основании той информации, которая у вас есть. Вот как работает тогда эта машина? Кто принимает решение, чтобы она все-таки крутилась? И кто самый сильный человек сейчас в окружении Путина? Смотрите, машина работает по движению. По инерции, да? По инерции. Она набрала определенную скорость, и она будет работать еще какое-то время, и будет работать, ну, так довольно эффективно, потому что, скажем, те решения, которые назревают сейчас, на которые надеется принимать Путин, это, в принципе, решения, которые на сегодняшний день должны были бы помочь этой машине двигаться с большей скоростью, но... отсутствие принятия решений не тормозят полностью машину, не останавливают ее, просто не вводят ее в ступор. Она до сих пор движется, до сих пор все в порядке в финансовом секторе, в порядке в относительном, я еще раз хочу сказать, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели не пеняли на нас в комментариях и не говорили, что мы там кого-то очень расхваливаем, а кого-то не просто расхваливаем, а восхваляем. Нет, это абсолютно не так. Работает шатковалка, но работает. Все в порядке, в принципе, относительный порядок в экономической сфере. Относительно того, что могло бы быть, и относительно того, что будет уже начиная с сентября. А что будет начиная с сентября? Начиная с сентября, как сказала Набиуллина, наступает пушной зверек, писец наступает. Uh-huh. Все, что касается финансов и экономики, будет постепенно, и к концу года, к началу следующего года, наши уважаемые соотечественники ощутят, к сожалению, огромную тяжесть того, что называется коллапс в экономике и в финансовой сфере. Как будут, конечно, выпутываться, я не сомневаюсь, что какие-то меры будут принимать и будут пытаться, конечно, вытащить эту ситуацию, но вытащить ее полностью невозможно и повлиять на то, что будет происходить, по крайней мере, нейтрализовать все эти процессы и сделать так, чтобы все было в порядке, невозможно. Набиуллина сказала прямым текстом президенту, невозможно. До этого, как она сама характеризует то, что происходило, они совершили чудо. Чудо заканчивается, начинается вот реальность. Начинаются черные дни в экономике и в финансовой сфере. Это то, что касается финансов. То, что касается силовых структур, мы с вами примерно, Сергей, понимаем прекрасно, что все работает в принципе отточено. То, как оно может работать, то, как работают... как оно работает в Белгороде, да, там партизаны ходят, все работает отточено, но никакого ФСБ нету, погранцов нету, и каких-то там пацанов, кадетов, курсантов посылают, значит, затыкать дыры. Правы абсолютно. Поэтому стоит понимать нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в случае, еще раз повторяю, в случае, если и когда будут происходить какие-то крупные политические события, ну, либо динамика какая-то протестная, надо понимать, что ФСБ и другие структуры будут действовать именно так. То есть, если к ним, да, вот, ну, мы, как они сами говорят, давайте, опять-таки, мы будем говорить языком их, да, то их официальной стороны. Они говорят, что на территорию Белгородской области зашло там то ли 70 человек, то ли сколько, да, и навело такой хаос в Белгородской области, что надо было собирать тысячи, да, каких-то курсантов, вы правильно говорите, срочников, росгвардейцев, кого-то еще, и пускать на нейтрализацию этих людей, и с очень сомнительными результатами, опять-таки. Ну, допустим, ладно, допустим, этих людей было не 70, допустим, этих людей было там 300. Но опять-таки, 300 человек, которые навели такой хаос, которые полностью дестабилизировали ситуацию, которые заблокировали любую работу, любые возможности, не работу, а возможности, Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС, всех структур заблокировали, просто всех заблокировали. Ну,
надо понимать, что в случае появления примерно такого же количества людей в любом другом регионе будет иметь тот же самый эффект, тот же самый. А если такое количество людей, ну, либо сопоставимое, появится сразу в нескольких регионах, это будет коллапс, коллапс всей системы. А вы считаете, что система уже не начала, не пошла в разгон? Нет, она пошла в разгон, Сергей. Я именно об этом говорю. Именно об этом. Что в состоянии вот этого разноса и разгона как раз любая динамика с любыми такими силовыми акциями дестабилизирует систему просто до состояния, когда стабилизировать ее уже будет просто невозможно. Что там с Пригожиным происходит? Да, с Пригожиным происходит то, что давайте я вам такую, ну, загадку не загадку, а свои мысли давайте. Так, аккуратно скажу, выскажу свои мысли. А вот представьте, наши уважаемые зрители и слушатели, представьте, пожалуйста, что бы произошло, если бы вдруг Пригожин объединился с русским добровольческим корпусом и легионом «Свобода России». Это я вам говорил уже 10 дней тому назад. Да. Вот представьте, просто представьте, что бы это было. Потому что они работают, кстати, на самом деле на одном поле. Абсолютно на одном поле, абсолютно. И я смотрю, что они относятся очень друг уважительно. Друг к дружке, очень уважительно. Согласен. Очень уважительно, да. Абсолютно согласен. И я скажу, что Пригожин, чувствуя ситуацию, и прояви и РДК, и Легион Свободы России чуть больше рвения и чуть больше удачи, если было бы на их стороне, поверьте. Ну, очень по-разному могут развернуться события, и в этом случае все заиграло бы совершенно другими красками, совершенно другими. Отлично, спасибо. Да, вы меня убедили в том, что в чем я тоже был убежден, но всегда приятно услышать подтверждение своих мыслей. Международная тематика. Что у нас самого интересного? Международная тематика интересна, что давайте опять-таки обсудим мирные планы всех вокруг. Макрона, Шольца, африканских лидеров, индонезийского лидера, бразильского лидера, все. Сейчас все, буквально все, узнав, что мы собираемся за сокровищами, пытаются нам помочь, как говорил. Китайцев, да. Да, в известной книге Стивенсона, известный персонаж. Да, все бросились, и обратите внимание, мирный план по Украине обсуждает Си Цзиньпинь с президентом ЮАР. Выглядит это, конечно, комично со стороны, но мы видим, да, что интересное происходит. Ну, а почему нет? У них там двадцатка будет в ЮАР, а Си Цзиньпинь руководитель второй державы мира, а некоторые говорят, даже первый уже. По-моему, в ЮАР не двадцатка, по-моему, в ЮАР БРИКС. А, БРИКС будет, да, правильно. БРИКС, да, и вот, и президент Путин не полетит на БРИКС. Я сразу вам говорил уже давно и говорю, и нашим уважаемым зрителям и слушателям, это подтверждаю который раз, президент России Владимир Путин никуда не полетит. Даже ваше отношение к плану Макрона, Шольца и президента Польши? Давайте более подробно обсудим. Сергей, расскажите, пожалуйста, нашим уважаемым зрителям и слушателям, в чем состоит этот план. А никто не знает, они просто встретились в Париже, значит, Макрон их пригласил всех вместе и сказал, давайте мы за спиной Украины, не приглашая, кстати, в Украину, мы поговорим о гарантиях, о тех гарантиях, которые наши страны могли бы предоставить Украине по окончании всего, всей этой заварухи войны с Россией. То есть я так ехидно, значит, про себя спрашиваю, это они чего, Минск-4 предлагают или Будапештский меморандум 2? Возможно и так. Я думаю, что это, видимо, Макрон пытается организовать кружок любителей поговорить по телефону с Путиным. Нет, про Макрона я вам расскажу, почему он это делает. Потому что у нас очень плохая ситуация внутри Франции, и он все делает для того, чтобы отвлечь внимание французов от внутренних наших проблем, от непопулярной пенсионной реформы, которая там продавливается, и следующих реформ. И поэтому делает вид, что он очень активно участвует в международных делах. Да, это замечательно. Шольц недавно рассказал, совсем, по-моему, или сегодня, или вчера, уже запамятовал,
рассказал, что он собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Я понял, что произошло, Сергей, я все понял. Макрон просто рассказал, как интересно разговаривать с Путиным на протяжении 100 часов. И передает эстафету Шольцу. Шольц берет эстафету. Ну подождите, Шольц перед этим только Зеленскому рассказывал, что он будет, Германия станет вторым практически донором военным для Украины. Ну, ничего, может быть и вторым донором, может быть и первым, а может быть и... А по телефону разговаривать будет с Путиным, хорошо? По телефону разговаривать с Путиным, да, почему нет? Это, знаете, не хочу, пошлите, бывает, что бывает по телефону, бывает и секс. Да, ну я почти догадался, что вы хотели сказать. Я так думаю, что наши зрители тоже догадались, куда, на что вы намекали. Поэтому по телефону, конечно, могут происходить разные интересные вещи, и Шольц, и Макрон, и все остальные могут, конечно, пытаться этим заниматься с президентом России Владимиром Путиным. Я думаю, что это результаты понятны. Дело в том, что у Путина, мы с вами опять-таки, и вы правы, Сергей, когда говорили, и я тоже об этом рассказывал нашим уважаемым зрителям и слушателям, что у Путина нету ни плана А, то есть у него есть только план А, у него нету ни плана Б, ни плана С, ничего у него нет. Он абсолютно не стратег, не тактик, он абсолютно человек, политик, который ситуативно действует. Все пошло у него не по плану, и все у него дальше продолжает идти не по плану. Потому что плана просто нет. Оно не может идти по плану, если этого плана нет. У него был план, оно пошло не по плану. Все, дальше у него все полностью, все, что касается этой войны, все без исключения будет идти не по плану. Сейчас к нему обращаются очень многие. К нему сейчас обращаются китайцы, к нему обращаются там Африки, руководители там нескольких стран, к нему обращается Индонезия, кто только к нему не обращается, Бразилия, руководство и так далее, и так далее, и так далее. Шольц, неважно, Макрон, кто бы это ни был, по неофициальным каналам у него идут огромное количество переговоров, и там процессы идут очень бурно, но все стоит на одном месте. Когда его спрашивают, что вы хотите? Что вы хотите и чем вы готовы поступиться? Он говорит, я хочу, чтобы признали нынешние реалии. Вот эти вот территории, которые мы отвоевали, захватили, освободили, как там он рассказывает, освободили. Вот эти территории, это территории наши. Все, мы стопоримся на этих позициях, а дальше начинаем разговаривать. Дальше можем говорить о всем, чем хотим, но вот эти территории, которые вот сейчас есть по этой линии, вот это территории наши. Давайте вот так разговаривать. Украинцы не хотят, естественно. Более того, украинцы говорят... Более категорично они говорят, что мы хотим вот по-другому. И когда к Путину говорят, вот, что объясняют ему, что украинцы не пойдут на это, он говорит, а мне говорит, плевать на мнение Украины, потому что я считаю, что украинцы не самостоятельные, Зеленский не самостоятельная фигура, что им он это кукла, я хочу разговаривать с кукловодом. Я хочу, чтобы вот там кукловоды заставили его пойти вот на мои условия, на мои. Ему говорят, ты дурак, твои неадекватны твои претензии, мы об этом говорят все. И Си Цзиньпинь, и кто только ему не говорит. Те люди, которые имеют на него влияние, которые имеют определенный вес в его глазах и так далее. Ему говорят, это нереально. Владимир Владимирович, там, нереально это, нереально. Давайте подходить ближе к телу. Ему китайцы дают нормальный план, по мнению российских элит, опять-таки, с предложением там плавного выхода из Украины и там на нескольких компромиссах. И при этом китайцы обещают восстановить военную мощь России, по крайней мере, в каком-то плане и своими силами. Путин говорит нет, говорит нет. У меня, говорит, нет времени, я ждать не готов, не намерен. Есть вот мои предложения, вот будьте любезны, пляшите вокруг моих предложений. Вы хоть обосритесь, извините, пожалуйста. Вот, и, потому что он говорит примерно таким же, а иногда и прямо таким текстом. Но сделайте мне так, чтобы мои решения были внедрены в жизнь. Поэтому можно говорить с Шольцем, с Макроном, с Си Цзиньпинем, с... кто там еще, с шаманами, с старцами, с кем угодно. Он всем говорит... Марсианами, одно... С марсианами, можно с марсианами говорить. Правильно вы говорите, с рептилоидами, с кем угодно. Он всем говорит одно и то же. У него набор слов один и тот же. Он стоит на своем, он упирается, он вводит в раздражение большую часть российских элит, которые прекрасно знают его позицию. Об эту позицию прекрасно знают его близкие друзья, которые также его пытаются иногда убедить в том, что надо, может быть, чем-то поступиться, может быть, пойти на какой-то компромисс, может быть. Он говорит, нет, а какой компромисс? Зачем? Ну, все в порядке. Мы получим то, когда он всех достанет? Когда его он уберут? Уже всех достал. Он когда уже всех достал. Ну, насчет уберут, я не буду сейчас спекулировать на этой теме, я бы вам сказал, и довольно точно, но спекулировать на этой теме не буду. Но скажу, что однозначно все к этому идет.
Поскорее бы. Не хотелось бы, да. Потому что, вы знаете, на этой неделе прошла новость о том, что умерла вот та женщина, которую выдавали за его биологическую мать в возрасте 97 лет. 97 лет, то есть у него очень хорошая генетика, как выясняется. Ой, да, Сергей, мы прекрасно знаем, что есть люди с прекрасной генетикой, умирают в совсем раннем возрасте. Ну, у меня бабушка умерла по папиной линии в 93, а папа в 92, так что... Бывает, бывает, Сергей, бывает, бывает. Ну, у меня все дедушки и папы умерли довольно, довольно рано. Не хотелось бы думать, по крайней мере, в этом направлении. Ну, это, кстати, тоже ничего не говорит, потому что по маминой линии у меня бабушка умерла в 75, по-моему, лет, а мама 89. Так что. Ну, Сергей, 89 это очень приличный возраст. Да. Очень приличный. Я к тому, что, ну, что там с Путиным там, он больной, не больной? Больной, больной, чем дальше, тем хуже. Есть общее понимание, что в ближайшее время он не будет участвовать ни в каких мероприятиях. Мы с вами видим, что на этой неделе не прошла широко анонсированная прямая линия с президентом. Если вы помните, наши уважаемые зрители и слушатели, я уверен, что Сергей помнит, как мы обсуждали в апреле месяце прямую линию, которая должна была пройти именно 8 июня этого года в гостином дворе. И там якобы уже даже в 18 апреля были уже установлены чуть ли не камеры, и все было готово, и все были уже заняты, и все остальное, и шла такая бурное обсуждение в прессе и везде, что вот, смотрите, президент бодр, весел и, более того, готов отвечать на вопросы. Ни хрена, извините за выражение, ни бодр, ни весел, и на вопросы отвечать не готов. Сейчас смахнули это все на будущие президентские выборы, что это все будет туда, но мы прекрасно знаем, что форматов масса, масса форматов. Есть формат пресс-конференции, есть формат прямой линии, есть форматы еще дополнительные, на которых президент может участвовать перед президентской кампанией, и во время президентской кампании, и как угодно. Есть масса форматов. Почему обязательно именно формат прямой линии, который был запланирован на 8 июня, надо было переносить на декабрь месяц, никто особо не задумывается. Ну, перенесли, да и перенесли, делов-то будет, будет все замечательно в декабре. Ну, до декабря ну, еще они, наверное, подошло. Сказали, что прямая линия это же ведь не обязательство. Если уж они обращение к нации перенесли на 3 месяца, на 2 месяца, да, то по конституции, то есть нарушили конституцию в очередной раз, да, то здесь, ну, обойдется народ, ну, не послушает. Да, нет, Сергей, это вопрос не в самом формате. Вопрос в том, что Путин не в состоянии проводить такие мероприятия, а двойнику доверить на сегодняшний день такой формат. 4 часа, да? Или 6 часов там отвечать на вопросы. Да, 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 4 часа отвечать долго на вопросы. Он выходит на 10 минут поговорить и уже проговаривается там кучу всего нагородит, чтобы потом давайте разбирать. Нет, не годится это. Пока будет это все тормозить. А никто не может выпустить этого двойника, который выйдет и скажет, что извините, я ошибся, отвожу войска и вывожу войска из Украины. Это был бы, да. Это, как помните, да, этот знаменитый анекдот. Если бы я имел коня, это был бы номер. Если бы конь имел меня, я бы, наверное, помер. Это точно про президента и про его двойника. Это 100%. Понятно. Что еще с вашей точки зрения важного на этой неделе у нас произошло? На этой неделе в основном, конечно, все события были вокруг ГЭС. Но надо давайте опять-таки вернуться. И контрнаступление все-таки, да? Да, вот оно... именно. Я вот сейчас как раз про него и подвожу. Uh-huh. Да, то самое пресловутое контрнаступление, о котором говорили множество раз. Видимо... 5 месяцев ждем. Да, но, видимо, все-таки началось. Как по-вашему, Сергей, началось? По-моему, началось, потому что даже Путин об этом сказал, что началось. Путин сказал, если я не ошибаюсь, по-моему, даже Зеленский об этом что-то сказал. Как-то украинцы молчат как в этой самой в тряпочку. И это тоже подтверждение того, что на контрнаступление идет, потому что обычно, когда она идет, нет смысла рассказывать что-то, давать информацию врагу.
То есть говорят сейчас в основном россияне. И, кстати, вот не только Путин, но и, кстати, Шойгу уже высказался на эту тему. И плюс американцы, немножко англичане, там вот эти институты исследования общественного мнения, вернее, войны. Вот они все говорят, что началось оно. Вот. Ну, Путин сказал, что оно там, значит, не удалось. Шойгу рассказал, как там он разбил 32 миллиона танков, 250 миллионов марсиан в очередной раз там, да. Но, правда, показали два дымящихся то ли леопарда, то ли еще чего-то. Комбайн это, по-моему, да? Там, нет, дай, вот, нет, сначала там были комбайны, они сказали, что это абрамсы, а на самом деле народ их там подловил, что это комбайны. А потом была колонна где-то под Орехово, ну, в Запорожской области, где реально была колонна, и они отчитывались о том, что там то ли 30, то ли 40, то ли 100 чего-то там они подбили. Но с дрона нам показали картинку только двух, а это означает, что, в общем, на самом деле подбили только два, и это реальная, наверное, вещь, потому что когда идет наступление, всегда есть потери, всегда больше потерь, чем вот тогда, когда сторона украинская оборонялась. Да, ну опять-таки, Сергей, надо обратить внимание на то, что тот человек, который был похож на президента России Владимира Путина, сказал, что контрнаступление пока себя особо не проявило, и что все атаки были отбиты, но не надо успокаиваться. Он сказал, у украинцев есть наступательный потенциал. Да, наступательный потенциал, вы правильно говорите, есть. Uh-huh. И он в этом плане абсолютно прав. И здесь надо, опять-таки, понимать, что контрнаступление только началось. И рассчитывать на то, что оно в течение 2-3 дней приведет к каким-то результатам. Но, наверное, многие бы на это надеялись. Наверное, это, конечно, было бы феерично. И, наверное, это, конечно, моментально отобразилось бы и на текущей политической ситуации. Но нет, надо понимать, что, опять-таки, российская сторона готовилась, украинская сторона пропустила несколько важных моментов. Я уверен, что по каким-то, вероятно, объективным причинам, то ли погода, скорее всего, не позволяла, то ли еще что-то происходило, то ли не было достаточного количества вооружений. Но, опять-таки, надо понимать, что российские войска тоже не стояли сложа руки, а строили укрепления, готовились к обороне, готовились достаточно серьезно, подходили к этому процессу. И на сегодняшний день, конечно, ожидать, что контрнаступление Украины будет молниеносным, победоносным, и там за три дня выйдут на рубежи там 91-го года, но не приходится. Ну, они же не Путин, они не говорят о том, что Киев за три дня, да, и плюс была же Каховка, которая все-таки серьезно изменила планы на юге Украины. Да. Я опять-таки хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям, чтобы понимали, что почему мы так тоже внимательно и с надеждой относимся к предстоящему контрнаступлению. Но прежде всего потому, что мы ждем, что это контрнаступление, будь оно результативным, мы надеемся, что оно будет результативным, вызовет политические процессы в России, вызовет динамику в России и вызовет большие перемены. Это не единственное, на что мы надеемся, это не единственное, что мы, конечно, уповаем, это не панацея от всего, это не единственный план, как у Путина, единственный план А, и других нет. Конечно же, нет. Но я думаю, Сергей со мной согласится и тоже выскажет свое мнение по поводу контрнаступления. Это не желание огромного количества смертей или, не дай бог, там какого-то кровопролития с обеих сторон, где сотни тысяч убитых и все остальное. Конечно же, нет. Это надежда на то, что близкие политические процессы, которые могут быть вызваны этим контрнаступлением, могут все это закончить довольно быстро и предотвратить дальнейшие гибель людей сотен тысяч, а то, возможно, и миллионов. Как вы считаете, Сергей, по этому поводу? Ну да, но вообще-то я считаю, что с Путиным во главе Российской Федерации надеяться на то, что он когда-нибудь признает свое поражение, невозможно. То есть я считаю, что это может происходить только без Путина, и в этом смысле Зеленский был абсолютно прав в прошлом году, когда принял документ о том, что никаких переговоров с Путиным уже смысла нет никакого вести. Это, кстати, к продолжению беседы по поводу Шольца, Макрона там и прочих людей, которые ему хотят все еще звонить. С Путиным никаких переговоров не будет, он не в состоянии вести никакие переговоры. Я в скором времени, давайте даже обязуюсь, что на нашем с вами эфире раскрою некоторые сенсационные подробности, давайте на следующей неделе. Хорошо.
того, что происходит. Я уверен, что нашим уважаемым зрителям и слушателям понравится и будут. Это действительно впечатляющие вещи, и я уверен, что это в очень скором времени отобразится и на будущем, конечно, и в России, и в Украине, и во всем мире. О, ну вот на такой ноте тогда давайте мы сегодняшнюю передачу закончим, чтобы, значит, у нас остался такой драматический ход, значит, продолжение через неделю с сенсацией от вас. Да, 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 договорились. Всем большое спасибо, Сергей, тоже давайте попросим наших уважаемых зрителей и слушателей подписываться на ваш канал. Сколько у вас уже на YouTube-канале? 85,4, то есть 85,5, ну, потихонечку, в общем, приближаемся к 90, а потом к 100, я надеюсь. Супер. У нас на нашем канале, телеграм-канале во вторник, выйдет реклама Сергея YouTube-канала. Поэтому обращаюсь к нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые сейчас смотрят и слушают нас на нашем канале. Появилась реклама в Телеграме, YouTube-канала. Сразу подпишитесь, пожалуйста, на Сергея канал. И вам не надо ничего искать, просто по ссылочке перейдете, подпишитесь. И я надеюсь, что мы все вместе в едином порыве дадим положительный результат. И 100 тысяч Сергею, серебряную кнопку Сергей, да, не просто заслужил. Сергей, она необходима уже давно. Чем больше зрителей у Сергея, тем быстрее мы движемся к большим переменам. Это я говорю вам ответственно, к большим переменам. Поэтому поддержите Сергея, 100 тысяч, и будем считать, что мы все ускорили. Отлично. Спасибо, Виктор Михайлович, за вашу интересную беседу. Спасибо за поддержку. Также мы нашим зрителям, безусловно, напоминаем, что существуют все ваши каналы, которые тоже очень интересны, которые гораздо больше, чем мои, но все равно эта поддержка нужна. Все равно нужно расти, все равно нужно ставить лайки, потому что тогда наши ролики продвигаются в YouTube лучше. Вот. И до новых встреч. Да, наши уважаемые зрители и слушатели, вы не забывайте, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго.